Спасибо, что вы зашли и смотрите это видео. Этот видеосериал «90 дней» я буду рассказывать, как создать онлайн-магазин. И можно продавать все, что вы хотите. Буквально все, просто по шагам будем вместе шагать и разбираться. Я на своем примере вам буду показывать, как и что. Но сначала начнем, естественно, с самого легкого и простого. Итак, поехали. Вот заходим на Google и пишем сайт Vutoche. myshopify.com, и мы видим, сколько, видите, компаний, магазинов созданы на этой платформе. Значит, все эти вот, видите, разные магазины, у всех разные темы, но все созданы на одной платформе. Я вам советую пройтись, покликать, посмотреть и посмотреть примеры, и заодно придумать, на какую тему вы будете искать, вы будете работать, с какой темой, какой магазин вы хотите себе открыть. Давайте посмотрим вот этот магазин, там первые открыли, да, это вот, вот такой можно сделать. Я показываю это как образец вам, чтобы вы видели. Видите, сюда можно зайти, картинка введена, фотография введена, да, только цену устанавливаете, и все. Это вот сережки какие-то. Видите, сюда заходит, идет оплата, и все, буквально. В принципе, все легко и просто, вам не нужен ни дизайн, ни кодинг, ничего. Вам просто нужны будут фотографии и продукт. Вот, и вот все так красивенько будет выстраиваться, все про эта панель, все продумывает этот сайт, да, все за вас, в принципе, делает. Вот другой вариант веб-сайта, тут немножко покруче, видите, они сразу запрашивают ваш e-mail и фотографии профессиональные, видно, обязательно нужны профессиональные фотографии, конечно. Вот, ну, в принципе, видите, все легко и просто. Тут все можно будет увидеть и посмотреть. Все зависит от качества, конечно, фотографий. Видите, размеры есть, цвета можно выбрать. И опять же, все это, вот, оплаты, видите, разные есть. Просто заходите, вводите, оплачиваете, и покупатель покупает. Или вы покупаете, да? Тут вводится цена. И вводится также потом за доставку. В принципе, вот такой сайт. Я вам показываю идеи, чтобы вы поняли, что все возможно сделать. И это легко, без дизайна, без кода. Давайте следующую посмотрим идею. Real Estate. Угу. Смотрите, все связано, что с Real Estate. Фотографии, видите, разного вида тоже. Ну, тема real estate, это кто продает дома, недвижимость, понятно, да, всякие фотографии, рамочки, всякие вот красота. Тоже, видите, тут цена выставляется, можно смотреть и заказывать этот товар. Здесь даже есть вот ревью, видите, чтобы люди оставляли свой отзыв, и это важно для вашего сайта. Так, все это возможно сделать, и опять же, все легко и просто. Просто я вам покажу, и вы будете делать. Значит, вам просто тему нужно выбрать на сегодня. Я вот вам показала, зайдите, посмотрите, примите, посмотрите образцы, и ну как бы... чтобы вы понимали, что и как. Вот видите, тут разные возможности есть. Доплата. Человек оплачивает и здесь вводит за доставку. Это все мы введем. Да, и доставку, и все, и цена за продукт потом будет идти вместе. Ну, давайте еще посмотрим. Смотрите, SAP. Если вы хотите, допустим, узнать идею, посмотреть... Вот так можно зайти на веб-сайт, как я вам сразу показала, и видите, сколько там
тысячи магазинов на этой платформе. Значит, чтобы вам найти свою нишу, да, например, jewelry или фотографии, или про собачек, да, и вы хотите узнать примеры, да, вот пишите сайт, двоеточие, myshopify.com, пропуск, и пишите вашу нишу, ну, допустим, survival. И здесь вы видите, сколько вышло, 60 тысяч плюс компаний на эту тему, ну, и вы можете посмотреть, или любую нишу, которая вам интересна. Давайте зайдем на этот сайт Survival Frog. Смотрите, какая здесь интересная фишка. Они предлагают бесплатно, если вы подпишете. Вы только оплачиваете за delivery, за доставку, а продукт вам придет бесплатно. Но вы оставляете свой email, и потом компания может вам высылать по этому email разную продукцию каждый день. Это очень интересная стратегия, потому что... Ну, так делают в маркетинге вообще профессионалы. Видите, здесь все продукции, в принципе, в основном есть у них даже, видите, ревью. Это потом я вам покажу, apps есть такие. Также есть возможность, чтобы на ваши звонки отвечали вашим клиентам, чтобы точно так, чтобы они на вопросы отвечали. Это все есть разные apps, да, приложения, которые потом мы дойдем до этого. И все, опять же, без дизайна, без кодов, без программирования, все сами здесь можете сделать. Видите, здесь лого, довольно-таки серьезная компания, видно сразу. Они даже гарантируют, что в течение 6 месяцев вернут вам продукт, если вы там недовольны. Это для того, чтобы вы ну, не переживали, естественно, покупали и подписывались. Ну вот видите, здесь разные продукты. Давайте посмотрим, что у них есть. Вот. В принципе, фотографии, видите, раз, два, три, четыре, пять фотографий. Вот. Ну, тут серьезный магазин, видите, у них много продукции. И, ну, неплохой магазин, я бы сказала. Но это, опять же, вам пример, чтобы вы понимали, как делать и что. Давайте следующий попробуем. Survival Life. Видите, здесь по-другому дизайн сделан, фотографии, разная продукция, видите, тоже. Значит, все. Практически вам просто нужны фотографии, вам даже не нужен и продукт, если у вас нет возможности для начала. Как это делать, потом расскажем. Просто вам нужно будет закупать продукцию. Вот смотрите, у них все здесь по 99 центов, да? 99 центов плюс доставка. Ну, конечно, на доставке они и делают деньги, потому что за 99 центов, конечно, это очень дешево. Но мы все это рассмотрим. Пока что в первом уроке невозможно все сразу охватить. Вот следующий возьмем пример. Magic. Может, у вас будет что-то с магическим, да, вы хотите что-то сделать. Ну, давайте посмотрим. Вот Magic. У них продукты, гитары, видите, музыкальные продукты. Значит, фотографии у них классные, и там идет как бы слайд. Сама гитара выставлена. И следующее, вот еще Magic. Тут что-то связано с играми, да, типа карт, ну что-то типа такого. Ну, продукция вот показана, даже видео сделано, видите, и потом можно вот добавить. И здесь опять оплата, доставка. И все это делается легко и просто. В принципе, вначале немножко сложно, но вот для этого я вам помогаю. Вот. Давайте посмотрим еще сайт о собаках, например, Pitbull. Для любителей собак
Вот такое можно создать. Видите, фотографии, тоже email, собиратель имейлов, да. И, ну, все, в принципе, как видите, разная, разнообразная продукция есть, от шапочек до t-shirt, как с разными, видите, принтами. О принтах я вам расскажу в следующем видео, тоже интересно. Можно вообще создавать принты, не имея даже дома продукты. Да и в принципе продукцию, которую вы собираете делать, вам просто нужно выбрать, что вы хотите. Видите, сколько? Вот смотрите, у них просто есть ошейники, можно добавить цвет, размер и все, и вперед. И покупатель покупает, вводит сюда, доставка здесь, и получает свой любимый продукт. Значит, вам просто нужно найти продукцию, товар, тот, с которым вы хотели работать. Плюс сделать серч, это потом я вам покажу, какие продукты, в принципе, популярны. Значит, дропшиппинг. Что такое дропшиппинг? Это есть такие оптовики, которые у них... База есть товаров, они занимаются доставкой. Вот вам что нужно? Вам нужно определиться, с чем вы хотите работать, с каким продуктом, сделать фотографии, вернее не сделать, у них есть у оптовиков, и вы скорее всего скопируете. Но если вы хотите закупить, конечно, у вас будет выше профит, выгода, да? Но можно вообще не закупать, вначале, конечно, это тяжело, поэтому лучше не заказывать, просто фотографии выставить и поставить на свою наценку на свой товар, да, и потом, когда покупатель покупает, деньги приходят вам, вы процент переводите оптовикам, у кого вы закупаете, да, указываете адрес, кому нужно выслать, и они высылают, это называется дропшиппинг, они высылают по адресу клиента, который вы указали, но без имени той компании. Значит, это получится, когда покупатель получит эту продукцию, они как будто бы получили от вас. Значит, всем удобно и всем хорошо. Вот так вот работает, в принципе, дропшиппинг. На сегодня мы закончим, а завтра продолжим, как делать серч, смотреть, что популярное и как искать этих оптовиков. Ну а вам нужно определиться с продуктами, которыми вы хотели бы работать, и придумать название своего будущего магазина, чтобы было потом легко и просто. Ну а я вам все это покажу по шагам, и мы будем вместе это делать. Вы, пожалуйста, ставьте лайк, комментируйте, задавайте вопросы. Мне очень приятно, когда вы это делаете. Ну, а на сегодня все. Пока-пока. С любовью к вам, Таня.